Давным-давно в далекой и холодной Антарктиде жили обычные крокодилы. Жили они без хлопот, ели мороженое, да скоро катались. Но вдруг на Землю из глубин космоса упал огромный метеорит. Да так сильно он плюхнулся, что вмиг пропало земное притяжение. Все стало медленно подниматься в небо. И крокодилы наши не были исключением. Словно птицы парили они в облаках. Вот так летали они вокруг Земли. Летали, пока их зеленые животики не заурчали. Запаниковали крокодилы и стали думать, догадать, как спускаться будут. Тут самый маленький и самый голодный из них увидел огромные синие тучи, проплывающие рядом. Укусил с голоду крокодил тучку, а потом еще раз, и так пока всю ее не слопал. Тоже сделали его летающие друзья. К их счастью, тучи были такими тяжелыми от воды, что съев их, крокодилов тут же стало притягивать к земле. Пока они не учутились в одном экзотическом и очень теплом месте. Там нашли они себе дом и новых друзей. А теперь вы знаете о таинственном происхождении африканских крокодилов. Конец.